Ну что, всем привет, с вами RCB канал Zonix Channel. Я курю, да, поэтому у меня голос такой. А мы уже не в Москве. Не знаю, видно будет самолетик, не видно. Короче, херачим в Ростов-на-Дону. Вот, начало ролика, но уже посветлело, поэтому можно заснять. Ну ждите, буду показывать вам достопримечательности. Вот вам заправка Лукойл. Это уже за Москвой. Ну остановились, там туалет покурить. Ну подальше от заправки, а то еще штрафанут нахер. Так что для нас следующая остановка километров через 250. Для вас это уже следующий кадр. Ну что, мы тут остановились на стояночке. Как раз под ИТС-2 у нас совпадает. Так далеко от дороги не нахожу. Нахер солью. Здесь вкусные пончики. И перекур. А то уже 2 часа в пути. И тяжеловато. Тяжеловато. Без сигарет в машине не курим. А лица вернее. Вот. Ну что, передаю всем привет. Сейчас будем на границе с Украиной. И дальше держим путь в Ростов-на-Дону. Как видите, фур здесь больше, чем обычных машинок. Ну что, а я нахожусь ровно посередине дороги. Курю, так как в машине нельзя курить. И мы немного попали. Кстати, поля здесь красивые, посмотрите. Так что можно, в принципе, не только покурить, кстати, наша машинка. Вот. Но еще и по... посырать и все остальное. Так что вот так вот. Небольшой легкий залетик. Вон чувак у нас спереди опаздывает. Смотрите, машина едет 120. Экспресс доставка грузов. Вот передняя фура по левой полосе. Эти счета проходили через международные банки, ну, через иностранные банки. И открывали счета и напрямую выплачивались, как бы, ну, нуждающимся тем, кто, да, компенсация. Это же не Россия, которая деньги налево-направо раскидывает. Там контроль жутчайший. Она идет, курирует там безопасность, по перрону. Она что делает? Ее по башке стукнут, подходит. Реально, вот я говорю. Конечно, у меня нет интернета. Просто ниоткуда взять. Это можно вот вернуться, опять же таки, да, вот к тем моментам, что происходит у нас вот с правой стороны. Ну, бывает погода. Ну все, я выбил себе место для перекура, потому что, смотрите, вот у нас жрачка там, вон красная хрень, а мы здесь, беда. Ну сейчас поедем дальше. Поля, посмотрите, здесь красиво. Сейчас фокус тыркну в серединку. Ну, конечно, понятно, что YouTube не даст вам всей красоты. Но кое-кто увидит этот ролик вживую. С хорошим битрейдом, неубитым YouTube'ом. Я думаю, вы знаете. Вот.
Вот такая вот красота. Но здесь мини-маркет, магазинчик. Здесь уйди от меня, соебучая, блядь. Здесь можно только кофе купить, да какую-нибудь слоеную булочку. А время у нас уже, между прочим, 14:53 ровно. У меня время на съемке показывается. И мы все разминаемся вот тут, вот всей нашей команды. Жека суп сидит в машине. Давай. Сейчас уже доедем, вот где помпомчик, там борщи продают, еще что-то можно купить. Ну, это такой легенький небольшой отчетик о поездочке. Самое основное будет позже, знали. Ну, как всегда, у меня на съемке будет тынь-тыды-дынь, блин. Еще раз вам покажу. Ну, не помойку, конечно же. Вот, дождик проехали, ну, на небе так облачно. Еще тут рядом с нами вертолет летал военный. Ну, к сожалению, я его заснять не успел. Ну что ж, мы с голодухи набросились на первое кафе, но это, как говорится, знак. Ребят, это знак. Именно вот сюда мы сейчас и пойдем. Ну, я вам расскажу, вкусно здесь или нет. Мы приехали в ближайшее кафе. Обратим внимание, на как оно называется. Это специально для нас. Русская кухня. И не только. На разведку пошли люди. Вот здесь такая вот. О, и собака тут нашлась. И есть тут еще и армянская какая-то кухня. Но нас интересует больше вот это наименование. Все тут разбрелись немножко. Но проголодались уже. Терпи чистые, можем насыпать. Да. Соль уже раскритиковали, перец раскритиковали. Кому-то предложили привезти. Мы ведем первое, ведем второе, кто же забрал. На капусте. Как капустка. Короче, здесь уже прикалываются, уже все устали ехать. Но вот такое солнце прям как в «Войне и мире». Там вот в той стороне как раз находится граница где-то. Снимают что? Роли. Нет. Репортаж. Вот так вот едем. Который вас компрометирует. Да. Ремонт дороги, поэтому нам пришлось свернуть какими-то окольными путями, какими-то хуторами, какими-то, не знаю, козьими тропами, короче. Едем. Поэтому вот так. И все раз. Кто-то там еще вставляет 5 копеек. Так, алло. Все шифруются. Но вы не забывайте, что записан голос. Я же говорю, компроматор какой-то. Да-да. Очень интересное солнце. Очень просто. Невозможно. Компроматор. Как обозвать? Кто-то очкует, едет всю дорогу. Очкует? Ага. Кто очкует? Сказала, везет в суд. А компромат снимать только сейчас начал. Нет, я за свободу всех и вся, поэтому это все чушь собачья. Надо было брать нам собаку-то с собой. Боже. Да, Свет, с вами. Разворачивайся, Константин. Да? Что-то мы ее. Нам предлагали ее в шашлычной. Она, наверное, куда хочет. Ну, скоро есть захочу. Надо брать. О, кафе. На жаворонок. Смотри-ка. Смотрите, кафе 1 мая. Жаворонок. Нет, мы не будем здесь до 1 мая кадеться. Да, 1 мая когда? Вот. Понедельник, да? Черт. Ну вот, зато есть хмель и солод. Да, дальше заведение. Улица Винная, 4, светофор, ребята. Низкие цены. Местная помойка, короче, как у нас. Больше не буду ругать Москву. Да. Хожу там, опять асфальт меняет. Опять бордюр меняет. Вот, пожалуйста.
А здесь такие все с такими лицами, видно, что карьерный рост идет. Ну, конечно. Ждет. Ждет, главное. Чего придираются? Сады цветут, сирень благоухает. Вот, пожалуйста, сирень. Черемуха. Тут вообще просто все благоухает уже. Весна. Дома шикарные. Блин, он разруха. Насквозь все видно. Новый стиль. Не разруха, а сеточка. Да. Ну, вот такие вот здесь сеточки. Улочки. Светочки. Узкие. А вон какие деревья многолетние. Вообще шикарные. Еще просто. Даже очень. С юморком. Ну что ты делаешь? Ты там за собой нет, не разгоняйся, ты скоро спать ложишься. Он же кофе-то попил, у него пошло вел-то. Ладно. О, вот он, кафе «Жаворонок», видишь, овощи, фрукты. Ну, у них, наверное, это такая же сеть, как помпончиковая. Только в глубинке. Каждый день 6 метров. Скоро откроем вам кафе, скоро откроем. 1 мая. У меня это на 1, на 11, на 21. Смотри, какие прям сиреневые, синие, бежевые, какие заборы. А название улицы какое? Винная. Здорово, вообще... Да. Мы что-то и магазины названия тоже родни, хорошие такие. Может, оно висит уже лет 5, да? Станционный переулок, ну вот. Видимо, здесь где-то рядом железная дорога, но похоже пробка местного. Разрыв делайте, извините. Пошиба. Получается, земля лучше асфальта. Дождик и все в грязи. Все в грязи. Ну ничего. Мы же в хуторе, а не в городе. Можно должно быть все в грязи. Типа. Можно. Так мы в городе. Ну кому это надо? Москвичи едут, критикуют, все подряд. На двух номер, да? Я там надо переехать. Не местные. Я сразу все вижу. Вот такие вот тоже решетки какие-то, стройка века какого-то. 20-го, наверное, а может 19-го. О, бег их ногами. Видите, какие они оригинальные люди. Да. Зеленый город. Оптово розничный маркет. Магазин банк. Ну, в общем, нормальная такая дорога. Самое главное, что... Вообще, куда ты идешь в банку? Люди все равно куда-то идут, непонятно куда. По-моему, забор из ящиков проехали. Да. Снять вывеску «Шинмонтаж» и можно весь низок снимать, больше ничего не надо. Вот продукты, глянь, букву О отвалилась. Нет, до вечного зова, наверное, они уже не дотянули. Сам решай, за что платить. То ли за наушники, то ли за химию. Улица Артиллерийская. Ну, название прикольное, конечно, в этом городе. Или хуторе, или что. А вот остановка тоже нормальная, смотри. Ну что там, там даже есть лестница. Навсегда. Да. Можно на крыше загорать. Обычно на таких остановках людей нет, только надпись. Из трех букв, да? Разные. Разнообразные. Или побольше, да, на две штуки. Ну ладно. Короче, я заканчиваю снимать, а то они меня... Конечно. Я говорю, компромат. Конечно. Саша, я понял. Зачем нам нужно спагетти 2000 смс? Смотрите, где мы. Мы в кафешку заехали поесть. Вот. И, собственно говоря, я общаюсь со Сталком только путем СМС сообщений. То они отправляются по минуте. Посмотрите просто, где мы. То есть ни одной вышки нету. У всех связи нет. Собачка попрошайничает у кафешки. А сейчас такой... обзорчик сделаю. Ну, как кафе называется, вы уже в прошлом видео видели. Вот. Включена цифровая стабилизация. Навряд ли буду уже после поездки силен что-то делать, чтобы просто все склеить. Всем кусь-кусь. А мы сейчас практически подъедем к границе с Украиной. Вот, наверное, в козырек укрусь вот так вот, чтоб меньше трясло телефон. Я думал, подорожку, а потом в мороз скачу.
далеко от меня, нет? Дороги, конечно. Это было 30 секунд. Сейчас это зависит от нас. Куда там? Вот, чё. Сусанин. Герой. Ладно, ребята, я сам здесь попробую. Мне самому страшно, а вы ещё нагнетаете. А далеко до меня? А чё вы боитесь? У каждого есть... Я не мешаю, надеюсь, не мешаю. Вы мне? Нет, нет, всё хорошо. Дорога так. Если будете мешать, я просто дверь открою, молчусь. Хорошо. Правильно, открывайте шире сразу. Вот тоже, видите, палочки какие-то. Что это такое? Это чтобы это... Противотанковые. Это помните, как это? Овощи, зоны. Растения, зоны какой-то правильный. Да-да-да, игра. Сзади холмик, да, и за ним уже Украина. Ехали. Вот. За холмом километров 7. Так, извините, я не вижу ничего. Куда мы за ним едем? Я понимаю, уже нет такого. Если бы я знал, вы такие вопросы задаете, как я будто... просто интересуюсь. Там ничего существенного. Вот там вот, за холмиком. Сирень расцвела, ну что ж, мы не нарвем. Где ты видишь сирень? А вот, вот слева, прям. Да. Ну еще не совсем. Как-то не совсем. Это еще не расцвело. Ну, а завтра. А мы завтра возвращаться. Короче, здесь пошла такая хуйня. Пошла жара. Вот там если мы тут. Лошадка. Это походу что-то цветет сейчас. Просто а что-то цветет и. Камень. Если так. Это шахты, вот которые о. Я думаю, то там. Да, лошадка нам не хватает. Он круче, он прозрачный, как тот дом. Разрушенный дом. Дом призрак. А ёжика нет? Было. Вот такие тут инопланетчайники. Да все тут есть, не переживайте. Чуть я не думала, что тут колонка и шланг. Вот бойки самообслуживания. Да-да-да. Ветровики, я не знаю, будет ли вам видно. Стараюсь. Ой, телефон чуть не уронил чужой. Сейчас скажу. Ой, такие здоровские они. Представляешь, какие они. Всей Европе. Они очень большие, да. Вся Европа. Ну да. Я не вижу станцию рядом. Какую станцию? Куда электричество они? Так они по кабелю уводят. Как... По кабелю уходят. А там прямо ветром перегоняют. Wi-Fi. Wi-Fi электричество. Кабелями перегоняют. Сейчас я тебе все видео испорчу. Такое сыро. Сталк, смотри, я нашел тебе Wi-Fi домой. Видишь, крутится вдали. Палочки сейчас будут вырастать. Стекло. Прием уверенный точно. Да, мы всех уверены. Нет. Я оставил чуть-чуть на обратную дорогу. Да? Хорошо. Ой, телефон.
все, трасса вот уже. Трасса, трасса. Ферминг-симулятор, народ. Кто играет? 19-е, 20-е. Пока переезжали со дорожной, вышли быстро перекурить, а тут смотрите. С навигацией, наверное, ездит тоже. Кто? Трактор. Конечно. Нет, они, у них точки отмечены, да. Локационные, он по точкам так и проезжает. В общем, тут прикольно, много чего прикольного, удивительного. Да, ну, здесь уже поближе. Как где-то во Франции едет. Здоровая. Один в один. Да, ощущения другие просто. Только замки не видно, да? Ну, правда, смотри, еще больше стало. Вот здесь либо истребители, вот наверху чертит полосу. Сейчас фура проедет. Что, боишься? Такая, ну, белая полоса увеличивается. Понятное дело, что с мобильником мы, это становимся военным. Хрен все. Заснимем. Ты что, дебил? Вежливый человек, а вы? Еще не осложный. Ну, безмозговый. Да нормальный он. Смотри, шире. И вот там что еще такое? Небеса сойдутся и не указ президента Владимира Путина. Документ утверждает особенности правового положения жителей многих регионов, решивших не вступать в гражданство России. Согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях новых регионов на день их принятия в состав России. Где она целый день была, да, Жень? Комментатор, да? Нас слушают. И слушайте. Дальше. Ростове, Ростове, Ростове. Мы это сделали. Все никак не приедет. Где мы едем? Чего мы не едем? Похоже, что едет на Ростове. Вот на этом Ленина, по-моему, находится. Анжелика. Белорусса нет там. Какой-нибудь. Накрыла белоруса. С другой стороны мы едем. Что-то нам не показалось, какой-то... Да. Блин, да уж не... Блин, да уж не... Да, я смотрела, какой-то комнаты, хорошая. И думала, после таракана будет привезти домой. Лопатия. Белоросса. Центр Ростова, да? Да-да, и школа сразу. Не качает-то, да? Сразу видно, не оператор. Я себя сто лет не снимал. Ну вот, собственно говоря, легкая встреча. Там у нас часть сталкера, часть мы здесь. Мне кажется, слышно не будет. У этого микрофон нормальный будет. Титры наложим, нахуй. Будешь читать по губам и накладывать титры. Короче, передавай привет всем нашим подписчикам. Наконец-то вот какая-то встреча с подписчиком у меня. Жалко, что второго зонта нету. Точнее, первого зонта нету, я бы, грубо говоря, второй. Ну, в общем, вы поняли. Все, передаю привет всем подписчикам канала Сталкер и Зонтик Ченел. Вот. Да, официально подтверждаю, это Егор Клин. Ну все, народ, всем кусь-кусь, а мы просто чисто потребуем. Кусь-кусь, это RCB канал Зонтик Ченел, а мы заселились. Смотрите здесь, какой план эвакуации. А если мы погасим свет...
Егор Крид сказал «Уран». Фотку вы увидите, у меня тут первая встреча с подписчиком была. Ну, давайте покажу номерок. Номер классный, так, яркость. Мы взяли трехместный. Константин наш водитель. Это клуб. И я. Вот, здесь все чистенько, прикольненько. Я так понимаю, что Жека Суп забил себе эту кровать, потому что он поставил сюда свой рюкзак. Вот. Кухонка. Все по 80 рублей. В принципе, недорого, кстати. Телевизор. Телевизор меня немного разочаровал. Тут аналоговый приемник. То есть нету цифрового ТВ, аналоговое. Но тоже ничего пойдет. Вот. Такой вот номерок. Ну, Теле 2 здесь работает фиг пойми как, 3, 4G, ну, как-то работает. У меня Ростелеком, Теле 2 одна фигня. Освещение. Такие вот блины, встроенные светильники. Кондей, это очень удобно. У нас сейчас не жарко. И, собственно говоря, ванная. Ванная прикольная, вот с утра побриться сама оно. Здесь, значит, полотенчики, все как положено, все чистенько, обратите внимание, вымыто. Как линия на летучая. Под ободком унитаза чисто. Унитаз чистый, сиденье чистое, раковина чистая. Зеркало супер, мне нравится, вот с ним бриться одно удовольствие. Да, с подсветкой для рожи. Чтобы после бритья была рожа и кожа. Вот. Ну, электрический полотенцесушитель. Вот такой вот номерочек. Вполне очень достойно, чтобы провести здесь одну ночь. Нам вполне хватит. Ну, а дальше уже будем рассказывать по тематике нашего приезда сюда. Ну что, номер я вам показал. Давайте покажу, как выглядит это. Тут все прикольно. Можно вытянуть. Но мне нельзя по двум причинам. Главная причина – это сталкеры, ребята. Это будет финиш. Тут сувенирчики продают всякие. В общем, это наш первый холл. Прикольно. Сейчас как раз время за 11. Показать, что уже никого нету. Полностью вам. Может быть, успею немножко заснять Ростова. Ну, может, не успею. А это, кстати, наш этаж. Снимаю уже ночью, 12 ночи. Не спится. Мы с Жекой общаемся. Канал Жека Суп. Так вот выглядит этажи. План эвакуации. И коридорчик. А я иду курить перед сном. Всем доброе утро. Смотрите, 7 утра уже, блядь, кто-то куда-то едет. Ну, обычно мы все еще не проснулся. Едем завтракать. Вот на нем. И по всем нашим скромным подсчетам здесь должна быть едальня. Это у нас второй этаж. Яркость. Картины всякие висят. Ага, и вот наша еда. Ну что ж, а здесь-то прилично, в принципе. 613. Трое. Спасибо большое. В принципе, здесь можно покушать. Шведский стол. Прикольно.
все, народ, мне приятного аппетита. Увидимся позже. Ну, для вас это будет пару секунд. А это чем нас кормят? Бульон, каша и каша. Ложечка чекинул. Это все для меня тяжеловато, сюда, конечно. Там макароны. Да и надоели они. Мюсли, шарики, кефир, йогурт, ну если кофе, конечно. Вы меня знаете. Соль. Пироженку все взял. Ну я сейчас покажу, что у меня есть. Алкоголь с утра нельзя, нам в суп. Ну и чай, кофе. Ну а это мой скромный завтрак. И обязательно кофе. 7:53, 6 секунд. Доброе утро, Ростов. Наша гостиница. Ну, как гостиница, отель, все-таки по красоте номеров и чистоте это гостиница не назовешь. Вот, теперь мы ее хоть засып видим. Ну и само утро в Ростове. Погодка сегодня вроде тьфу-тьфу-тьфу. Лифтик вам покажу. Прикольный такой. С лыжанчиком. Зеркало. Шестой этаж. Зеркало включу, это не работает. Давайте немножко прикола. От сталкера привет, вы слышали от него сообщение? Так, смотрите, вот здесь есть такая штучка. Вот она. В ней есть вот это. Не удобно снимать больной рукой. Короче, вот. Вот так вот. Ребят, скажите мне, пожалуйста, блядь, что это, сука, может надеть, блядь? Я в душе не буду ничего это. Жду ответ в комментариях. А это у нас ростовский цирк. Сейчас мы его проезжаем. Я оставлю это для ролика. Соха или Сочи? Мы на то и на то. Серьезно? Ну, немножко Ростов вообще. Свежий. Или от ресторана? А прямо чуть дальше там мост и за Доном еще один Ростов. А мы с какой стороны Ростова? С Ростова? Вот Ростов, в центре Ростова. Правая и левая? Правая, ну, правая, и правая. Разбивает, да. Ведь мост? Да, да, да. Там мост, левая, здесь мост. Правая. Мы на правой, да? Да. Сумда ты есть. Как в Питере. Я вот хотела какой-нибудь такой микровидос, секунду, мне прям так больше. Патриот на выезде. Чтобы увидеть, что мы построили. Как так сделать? Лёшка. Я потом вообще весь ролик сделаю и скину ссылку на YouTube. Там патриот на выезде в Ростове со всеми. С нами?
Ну, со всеми, да. И... Надо, чтобы прям сразу все попали. Не по очереди, не по очереди. Два попали. Часа смотреть, а? Все, все попадут. Минута 46. Я Лёша, на 48-й минуте проникнул. 28-48. Он небольшой рынок, сам по себе не очень большой. А мы так далеко намного едем. Не надо. Нам так рыбный лес. Вы просто не начинали на самом деле, поэтому... Все же познается в процессе. А мы на знаменитом ростовском рыбном рынке. Но мы приехали сегодня сюда не инспектировать состав рыбы, срок годности и так далее, а просто вам его показать. Смотрите, какая красота здесь. Это рыба или килограмм? Это цена за Не, ну у нас вон народ хочет, конечно, рыбки с собой взять, но я что-то не рискую. Я и так на пару дней выпал из канала. Покупаем. Не, я пока как турист, а вот покупатели. В Москву повезем, надеюсь, доедет. А мы сейчас сначала пройдемся, я запомню место. Вот. Столоп, конечно. Так вот, продолжаю. И так вырвался на пару дней из канала, плюс еще надо же ролик домонтировать. Ну и раз уж рассказываю, огромная благодарность каналу Stalker25Rus. Он ведет сейчас очень много дел. Бедолага спит по 5 часов от силы. Вот. Но просто шикарно работает. Так что все в комментах пишут: Stalker, спасибо. Stalker, красава. Ну как-то так. Так, а мы продолжаем. Смотрите, какая здесь красота. Это вот... Рыбный что наш там, рынок. А что там за вот эти ростовские? Ну сколько там было? Колонка еще куда не шла? Да, рыба здесь, конечно, шикарная. То есть, в принципе, не зря сюда приезжают. Потому что выбор, конечно, большой. Я-то вспоминаю, у мамы был магазин «Меридиан» рыбный. Вот он на манере этого тоже было. Много всего интересного. Ну, конечно, его перекупила потом «Пятерочка». Магазин закрыли. Стал обычный супермаркет, и вот пойдем, такой красоты пойдем, мы уже не увидим. Пойдем. Фокус немного сбивается от того, что здесь народ будет. Я стараюсь его держать. Жеку не потерять. Ну, раки продаются. Я вам не буду, конечно, подробно каждую рыбу показывать, но сейчас вот так вот глазами пройдемся по витринкам. Вот, живые даже карпы есть. Да, выбор очень-очень богатый. Но, к сожалению, карасики. Кофе еще играл. К сожалению... Мы живем в Москве. Интересно, кстати, у нас что-нибудь такое есть? Вот. Ну вот такой вот вон легкий обходик. И это, конечно же, не покупать рыбу в супермаркетах. Тут все свеженько. Так, вон Жеку вижу. Ну, в принципе, мы все равно не потеряемся, мы в Телеграме. Вот. Красота.
Ну, в общем, вот такой вот рыночек. А почему вот это? Оно может вернуться. Да, вот это рыба попадает. Давайте рассчитаем все эти резервы. Давайте. Вам нужно онлайн? У нас есть карта терминала. Что есть? Терминал. Покупка рыбы. Я же не поняла, я думала, вы взяли. Помахайте ручкой. Запашок, Кай, выглядит шикарно. Но запашок такой себе. Понюхайте. Я верю, что она очень вкусно пахнет. Мне уже не нужно почувствовать. Да, уже это. Ну, клиник по тому уже как бы. Да, не пойдет. Это, кстати, залог. Вот я сейчас стою и думаю, что мне надо взять рыбы. Сейчас у меня отторжение. Пин-код мы, конечно же, не снимаем, это свои. Нет, вот это очень мне нравится. Да? Да. Мне было половина, что они разрежут. Это нормально. Да им что-то есть. Девочки, а вы разрежете половину? Что там не половину? Вот сейчас я просто не хочу пальчики трогать свои. Алло. Джек, помахай рыбкой. Хвостиком. Раз уж о рыбе речь зашла, а русалки как сексом занимаются, знаешь? Нет. Но мы с Антоном задавались вопросом у Яндекса, как размножаются русалки. Здесь уже фрукты, овощи. Серьезно? Да. Идем дальше. Они все так не хотят. Вот это более. Нет, коробка из Кубани. Сколько килограммов? Она не пахнет. Или у меня просто с носом пахнет? Не пахнет. После кильки она вообще не пахнет. А еще если попробовать, то... Она не пахнет. Девочки, да вы попробуйте, как не пахнет, вы что? У меня вот руки с кипкой пахнут. Попробуй. Ты обязан. Ну что, паха, разрешили? Слушай, а мне ее там в один не сняли. Да? Нет, Видите, с белыми кончиками. У меня на грядке уже, уже выглянуло. Ого. Уже завяло. На подоконнике на граде. Брюссель, извините.
Да. Это можно назвать loading. И такой звук. Елена Владимировна. Пора. Елена Владимировна. Пора. Сейчас мы приехали к зданию Октябрьского суда. Вот оно. Время у нас есть. Проляпите, смеетесь, а они вот выходят. Сейчас. И у каждого с собой деньги. Будем ждать. Перекусим, наверное, что-нибудь еще перед судом. А то, насколько это времени займет, никто не скажет. Я смотрю, это вот так. А сыграете на чем? Да пусть потом возьми. Он тяжелый. Что там туда-сюда вносить, да? Пойдем вот парк. А он парк. А девушке так ничего. Командир СССР. Да на командир. О, что? Командир. СССР. Это у нас университет путей сообщения. Мы решили посетить храм. О, зеленый, все, мы пошли. Угу. Вот такие вот красивые. Закончился дождь, закончилось судебное разбирательство. Вот. Собственно говоря, следующая дата заседания у нас 10 мая 11:30, если не ошибаюсь, у меня записано. Допрошены свидетели. Верим, надеемся и ждем. Ну, собственно говоря, это у нас Саныч. А мы после суда остановились перекусить. Судя по всему, а именно вот по таким количеством дальнобойщиков, покушать здесь получится хорошо. Кормят. Сейчас только ищем. Ищем куда и где. Вот. Ну, что могу сказать. Еще немного поснимаю. И все. А мы в столовой. Вот, ребята, это столовая. Столовая. Тут еще парикмахерская. И шестерка. Это шестерка, ребят. Она в столовой. Класс. Реально в столовой. Шестерка. Это такси. Ну, а мы, ребят, все-таки пошли в столовую. Есть любить и путешествовать. Блять, только начал запись, ты не ты дыдынь. А знаете, почему есть любить и путешествовать? А потому что вот. Не ебет. Сказано, будем делать. А у нас дорога домой. Попрошайка вечером. Нет, вот попрошайка, мы ее так называем. В игре.
Ну, она же деньги списывает. Попрошайка. Хочу вам прикольчик рассказать. Смотрите на стекло. Вот. По запотевшему куску стекла сразу понятно, кто сегодня днем за то, что все-таки в суде сделали, что надо, и за освобождение Саныча хряпнул с командой коньячку. Ну, мы немножко хряпнули, но заметно, да, по запотевшему окошечку-то. Ну что ж, а мы приехали в Москву. И после Ростова 4 градуса было неприятным сюрпризом. Три. Сильнее три. Такая вот у нас погода. Куда едем? 5.42 у нас. Едем.